Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс», авторы Мерзляк, Полонский и Кир. Задача под номером 1082. Чтобы накормить 4 лошадей и 12 коров, надо 120 кг сена в день. А чтобы накормить 3 лошадей и 20 коров, 167 кг сена. Нам нужно найти дневную норму сена для лошади и для коровы. Итак, мы не знаем дневную норму сена ни для лошади, ни для коровы, поэтому введем с вами переменные. Пусть дневная норма сена для лошади x килограмм. А дневная норма сена для одной коровы y килограмм. Тогда, если у нас 4 лошади и 12 коров, то 4 лошади съедают 4х килограмм сена, а 12 коров 12у килограмм сена. И всего тогда они съедают 120 килограмм. Если же у нас будет 3 лошади и 20 коров, то одна лошадь съедает x килограмм сена, а 3 лошади 3x килограмм сена. Одна корова, ее норма, она съедает y килограмм сена, тогда 20 коров 20y килограмм сена. И всего это будет 167 килограмм. Таким образом, мы получим с вами два уравнения с двумя неизвестными. Нам придется решать с вами систему линейных уравнений. Мы ее решим и узнаем норму сена на одно животное, на одну лошадь и на одну корову. Итак, запишем все, что мы только что говорили. Пусть дневная норма сена для лошади x килограмм, а для коровы y килограмм. Тогда 4х плюс 12y равно 120 кг, а 3х плюс 20y равно 167 кг. Имеем систему уравнений. Составим эту систему. Первое уравнение системы. 4х плюс 12y равно 120. Второе уравнение. 3х плюс 20y равно 167. И если вам кажется, что это сложно, обратите внимание на первое уравнение. И все числа 4, 12 и 120 кратны 4, поэтому разделим обе части уравнения на 4. И первое уравнение станет проще. 4х делим на 4, это будет x. 12y делим на 4, 3y. И 120 делим на 4, получаем 30. Второе уравнение переписываем. 3x плюс 20y равно 167. Решим эту систему методом сложения. Умножим первое уравнение на минус 3. Тогда коэффициенты перед x у нас будут минус 3 и 3. Противоположные числа. Первое уравнение будет минус 3x. 3y умножаем на минус 3. Минус 9y. И равно 30 умножить на минус 3 будет минус 90. Второе уравнение оставляем без изменений. 3х плюс 20y равно 167. Почлены складываем. Минус 3х плюс 3х это 0. Минус 9y плюс 20y 11y. Мы от 20 вычли 9, получили 11 и равно.
минус 90 прибавляем 167. Для этого от 167 вычитаем 90. Получаем 77. Разделим обе части равенства на 11. Y равно 7. Итак, y равно 7. А из первого уравнения x плюс 3y равно 30, мы можем выразить x. Это будет 30 минус 3y. А вместо y мы подставим 7. И тогда x равен 3жды 7, 21. От 30 вычитаем 21, получаем 9. X равно 9, Y равно 7. Все, мы нашли с вами дневную норму лошади и дневную норму коровы. Дневная норма сена для лошади 9 кг, а для коровы 7 кг. Запишем. Все, мы с вами нашли, можем записать ответ. Ответ можем записать более коротко. Для лошади 9 кг, для коровы 7 кг. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.